стимац политишть, ветерань, стимац васпец, астăzi este o zi foarte importantă pentru toți colaboratorii poliției, este ziua Poliției Naționale. Da, Poliția Națională a trecut prin mai multe greutăți, prin mai multe probleme în acești 29 de ani. De multe ori ați fost criticați dur, de multe ori, dar de mai puține ori ați fost numiți eroi. Eu înțeleg perfect că munca voastră, eforturile dumneavoastră care sunt, au fost și sunt depuse zi de zi, au păstrat spiritul, a păstrat valoarea și valorile Poliției Naționale și dorința la mai mulți tineri să devii colaboratori de poliție. Когда за эти 29 лет очень много вы видели разных руководителей, много разных реформ. Я понимаю, как трудно, особенно оперативникам, которые ну, по логике должны работать в связке с прокурором, а в связи с некоторыми реформами работаем немножко не так, как бы хотелось. Есть очень много изменений, которые пошли на пользу, есть очень много изменений, с которыми вы не согласны. И я вам скажу, вы правильно не согласны. Сегодня, когда вы отмечаете, мы с вами отмечаем 29 лет с момента основания молдавской полиции, я очень долго думал, что бы сделать такого, чтобы, когда мы подойдем с вами к 30-летию, чтобы нам можно было показать какие-то результаты совместной работы на национальном уровне. И мне пришла в голову идея, значит, зная, какие есть сложности с раскрытием некоторых преступлений, знаю ситуацию, когда полицейский обращается к экономическим агентам, а можно видео с вашего магазина, потому что тут что-то произошло, поэтому вот нет видеокамер. Знаю, что в соседней стране это единственное место, куда обращается там, когда речь идет о раскрытии преступления, нужен анализ ДНК. Но сегодня, вот именно в этот день, я решил вместе с вами начать внедрять систему «Безопасный город». И для того, чтобы прибавить скорости и при Марии, и национальным некоторым руководителям, я вот пришел к идее, значит, подарить сегодня сертификат на 200 тысяч лет, это мой первый взнос личных денег на установку первых видеокамер в городе. И я вам гарантирую, что в течение ближайшего года у нас появятся и полноценные купола на центральной площади, камеры, которые работают до 1 километра с зумом, там приближение и так далее. И в течение года, когда даже в некоторых маленьких городах и селах больше видеокамер, чем бельцах, но это уже никуда не годится. Поэтому я сделаю все для того, чтобы в ближайший год облегчить вашу работу, потому что люди требуют результатов и от вас, и от нас. А мы должны делать все для того, чтобы вашу работу облегчить. И касаемо предоставления там, услуг населению и для раскрытия преступлений. Поэтому я хочу вручить вам этот сертификат. Подурескла мулцань, мулта санатати. Сын Сигур, кавом путя реализа мулти лукру фурмаса. Ушили при Марии сын тут тимпл дискисы, пентру орч, пелди инициативе, проекте. Ши тотул, че вам бунатаци ситуация. Шин полиция национала, ши пентру четатени дену нищепи голос. Вам мулцмеска. Спасибо.